Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас набор автоинструмента от компании Hans ТК-37, набор на 37 предметов. Набор рабочий квадрат, в данном наборе 3 восьмых дюйма, то есть можно считать средний квадрат. Набор поставляется в картоновой упаковке, вот такая вот коробка, надписи, которые идут на упаковке, это комплектация набора есть, указана пожизненная гарантия на наборы Hans, пожизненная гарантия. Где изготавливается набор, сейчас вот, сделано на острове Тайвань, то есть инструменты Hans изготавливаются на острове Тайвань. Инструмент профессиональный, имеет пожизненную гарантию, еще раз повторюсь, и выдерживает большие нагрузки, то есть в основном он применяется на СТО, автосервисах, ну также автолюбители могут покупать данные наборы. Говорится, лучше один раз переплатить, чем каждый год покупать новый набор инструмента. И сзади на упаковочной коробке есть полная линейка наборов Hans, которую можете дополнительно купить еще набор. Вот такая вот прокладка. В наборах Hans она качественная. Как видите, здесь поролон, но сверху она еще чем-то покрыта, то есть дольше прослужит. Служит она для того, чтобы инструмент не гремел во время перевозки. Переноски. И также на ней есть комплектация данного набора, указывается. Материал изготовления инструмента — хромованадиевая сталь, и сверху нанесено защитное матовое покрытие. Начнем с трещотки. Трещотка здесь на 3 восьмых дюйма. Она с круговым реверсом. Вот такого плана. То есть вместо флажка вот такой вот переключатель круговой идет. Трещотка на 72 зуба. Это мелкий шаг. Хотелось бы знать, что она очень тугая, нету совершенно люфтов практически, тут еле-еле плюс. И рукоятка здесь идет из пластика, полностью пластиковая. Длина трещотки 200 мм. И есть фиксация головок. То есть нажали кнопку, вставили головку, отпустили, и головка держится на своем месте. Нажали, сняли. Надпись на трещотке Hans, как видите, логотип, номер по каталогу. И есть надпись на самой рукоятке Hans. Снизу хром-ванадий, хром-ванадиевая сталь. И также к трещотке прилагается вот такая вот монета. Для чего она нужна? Для того, чтобы в тесном пространстве можно было докрутить рукой головку, а потом уже дожать трещоткой. Вот такие вот монеты есть у набора. Вороток Т-образный, 200 мм. Как видите, сам переходник здесь из хромолибденовой стали усиленный. Надпись также Hans и номер по каталогу идет. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри они имеют резиновые вставки. Кардан 3 восьмых дюйма. Внутри вот этот вот переходник, который держит две части, он идет тоже из хромолибденовой стали. Кардан проклепанный, то есть заклепанный заклепками. Качественно сделан. И удлинители. Три удлинителя. Большой у нас 250 мм. Чуть меньше идет 150 мм. И маленький на 75 мм. На самих удлинителях также имеется надпись Hans, логотип и номер по каталогу инструмента Hans. Далее головки, шестигранный профиль, 3 восьмых дюйма. По размерам головки, они, кстати, подписаны на самом кейсе, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Это у нас 21 и самая большая 22 мм, 6 граней. Головки здесь идут, верхняя часть у нас покрытие глянцевое, внизу часть матовая. Надписи на головках 22, размер головки, логотип, надпись Hans и номер каталожной данной головки. Поэтому номер вы можете найти эту головку в каталоге инструмента Hans.
В верхней крышке у нас набор ключей. Общее количество ключей у нас здесь 11 штук. По размерам 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ключ. И два ключа у нас в нижней крышке имеются. Это у нас на 17. Плотно заходят они. И 16 миллиметров внизу. На ключах у нас покрытие, рабочая часть глянцевая, здесь дальше идет матовое покрытие. Ханс на ключах также есть логотип, номер по каталогу 14 мм, тогда на размер данного ключа. Ключи комбинированные. И в верхней крышке они тоже хорошо держатся, защелкиваются. Кейс состоит из двух частей. Кейс темно-зеленого цвета. Логотип Ханс также имеется. Ханс ТК-37 имеется также внутри на верхней крышке логотип. Инструмент держится хорошо. Даже в нижней крышке, в некоторых ячейках, допустим, удлинители, они также захлопываются на своих местах. Набор небольшой, как вы видите, вот я его держу в руках. Ширина кейса 35, длина 25 сантиметров и высота 6,5 сантиметра. Запирается инструмент на пластиковые защелки горизонтальные, вот такого вот красного цвета. Кстати, показано на самой упаковочной коробке, что видите, две крышки, они разъединяются. Их можно разъединить, и они используются для тележек инструментальных на СТО, то есть вставляются как обычные ложементы. Вес набора составляет 3 кг. Внутри, слышите, вообще не гремит практически, там еле-еле хорошо держится на своих местах. Вот такой кейс. Логотип Ханс на верхней крышке. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, кому это видео помогло с выбором инструмента. До свидания.